Здравствуйте. Сегодня рассмотрим тему, как запретить появление баннерной рекламы при открытии новых вкладок или посещение сайта или просмотра видео. Открываем браузер. Я использую Google Chrome. Справа расположено три точечки. Нажимаем на нее. Дополнительные инструменты. Расширение. С левой стороны, где написано расширение, нажимаем на три полоски. Внизу опускаемся ниже. Открыть интернет-магазин Chrome. Поиск по магазину пишем блокировщик рекламы. И нажимаем Enter. Здесь появились программы, но их здесь небольшое количество, всего 3 штуки. Чтобы нам увидеть больше программ, нажимаем другие расширения. И просматриваем, сколько их здесь много. Из данного большого списка расширений выбираем то расширение, где стоит большая оценка по качеству ее работы и где больше пользователей пользуются этой программой. И выбираем так. Я устанавливал вот эту, но я ею не пользуюсь. Сейчас я покажу, какой программой я пользуюсь в данный период времени. Все эти программы у меня отключены. Какая вам нравится, то и выбираем. Теперь я покажу вам, какую программу использую я. Эдгард называется эта программа. Она заодно идет антивирусная и антибаннерная. И от вируса защищает, и от баннера. Вот защита включена. Видим, сколько уже заблокировано баннеров. И счетчик. Угроз пока ни одной. И так вот пробегаем. Эта программа платная. Но просмотреть, как она работает, можно тоже использовать бесплатно в течение 2 недель. Сайт будет дан внизу, если кто захочет. Вот здесь скачиваем ее. Надеюсь, что это видео будет полезным для начинающих. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.